Добро пожаловать на 11-й этап финансирования проекта «Двигатели Дуюнова». Стартап уверенно движется к своей цели, и мы особенно ценим инвесторов, которые первыми поверили в проект на ранних этапах. По их многочисленным просьбам мы открываем уникальную возможность приобрести больше инвестиционных долей компании по самым выгодным дисконтам. Вы давно хотели увеличить свою инвестицию в проекте? Сейчас лучшее время для того, чтобы это сделать. Только в течение 11-го этапа появляется возможность увеличить абсолютно любой инвестиционный пакет. Закрытый, платежи по которому уже завершены. Акционный, купленный по особым условиям акций. Оплачиваемый в рассрочку, тот, по которому продолжается выплата отсроченных платежей. Увеличение происходит по дисконту того же этапа, на котором был куплен расширяемый пакет. Напомним, что ранее увеличить можно было только пакет, который все еще оплачивается в рассрочку. В чем же выгода? Продемонстрируем на конкретном примере. Предположим, вы купили пакет на $5000 на третьем этапе. Сейчас при расширении его до $10000 по дисконту третьего этапа вы получите 6 650 долей. Тот, кто начнет инвестировать в проект на 11 этапе, в пакете за $10000 приобретает 3 180 000 долей. Разница очевидна. Однако 11 этап станет ключевым не только для самых первых, но и для всех действующих инвесторов проекта. По его окончании расширить свои пакеты будет невозможно. Поэтому даже если вы зашли в проект на 9 или 10 этапах, пользуйтесь последним шансом увеличить количество инвестиционных долей по более выгодным дисконтам. Важно, чтобы увеличить закрытый или акционный пакет, необходимо написать в службу технической поддержки проекта «Двигатели Дуюнова». Стартап «Двигатели Дуюнова» завершил половину из 20 этапов финансирования, преодолев экватор своего развития. Проект имеет весомые достижения. Собран 1 миллиард рублей инвестиций. Аттестована лаборатория «Совалмаш». Выпущены первые уникальные по своим характеристикам двигатели. Начато строительство инновационного центра «Совалмаш» в УЗ «Технополис Москва». Проект крепко стоит на ногах. Нет сомнений в его надежности, надежности команды и осуществлении заявленных целей. Используйте отличную возможность нарастить свои инвестиции в стартап на выгодных условиях, которые больше не повторятся. Ну а с вами, как всегда, был Александр Сударев. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк, регистрируйтесь в личном кабинете проекта «Двигатели Дуюнова» и обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями, коллегами и партнерами. До новых встреч!